В зимний холодный ветреный день, когда не нужно выходить на улицу, надеюсь, это видео станет мотивацией для того, чтобы расстелить коврик и приступить к практике асан. Иногда после проведения занятий на сайте асан онлайн я продолжаю самостоятельную практику асан и выполняю те из них, которые для меня наиболее эффективны. В данном видео представлено ускоренное выполнение. Конечно, в каждом положении нахожусь некоторое время, стараясь прочувствовать и внешнюю форму, и внутреннюю. И если поначалу эти асаны кажутся сложными, то при регулярной, усердной, постепенной практике все это вполне выполнимо для каждого человека. Не откладывайте практику на завтра, иначе вы можете обнаружить, что жизнь ускользнула.